ребят, мы находимся на Площадь Победы, там в одном месте мы здесь. Вот, я туда не пойду, Площадь Победы, потому что я уже снимала. Вон, видите? Вот аллейка. Ну, мы здесь в одном месте. Мы уже от матери выехали. По делам приехали. Все деревья фиолетовые. Я не знаю, это каштаны или ореховые. Духота, ребят. Местами. Видите, деревья. Вот аллейка. Духота. Местами дождь. Туда, не знаю, пойду сейчас, перейду, покажу вам. Гляньте, машина какая. Фа-фа! Вот эта машина, гляньте. Вот эта машина. Я далеко уходить не буду, потому что мы... Все, конечно. У нас во дворе машина стоит. Сейчас... Да, я, наверное, не перейду. Вон, видите? Площадь Победы. Вот деревья какие. Вот, видите? А, это клен или что? Какие-то цветные клен. Вот так все отдыхают. Что-то я не пойму, что такие деревья. Или каштаны это. Это каштан, да, не? Да, я. Как у клена листья, да? Или орехи? Это фиолетовые или каштан, или... Ну, клен-то не такие фиолетовые не будет. Туда я не пойду, ребят. Времени нету. Нам еще в одно место съехать. Аптека, пекарня. Ну, здесь не было пекарни. Ой, ребят, пахнет. Ой, какая вкуснятина. Что мы купим? Ой, как пахнет. Ой, девки, картошка моя, ребят. Картошка 70 рублей. Ой, а чем пахнет так вкусно? Мясом? Ой, я сейчас упаду в обморок. Так, пирожки с яблоками, там с капустой 40. Вот они. Ой, это своя пекарня, ребят. Так, это ветчина с сыром, с курицей. Ой. И с рыбой есть. Курица 180. Это яйца, лук. О, вкуснятина. О, какие цветы у них. А? Сейчас мы... Сумки не ставить. А это что такое, вот эти вот? Это вареники. А, вареники со всеми, да? И курка, и картофель. А, и картофель есть, вареники. А, вот они все. Вареники 500 грамм. Свиные.
Ой, ну сейчас мы здесь находимся. Ой, как пахнет. Сейчас, ребят, я жду. Ну, туда я не пойду. Ой, как хорошо. Я куртку сняла. Ветровку сняла вообще. А, это медучилище. Училище, наверное, видите? Медики, медики. Это медики. Российский Красный Крест. Я думала, вы преподаватель. Да ну, я сюда, мы пришли, жду. А это медицина наша, да? Это медики. Красный Крест. Красный Крест. Российская. А я думала, здесь учатся они. Где здесь медики-то учатся? Это наши волонтеры. А, это волонтеры. Ребят, это наши волонтеры. Вот, оказывается. Я думала, медики. Там, кстати, я думала, это медики, а это волонтеры. Вы тоже медики. Да? Здесь учитесь, в колледже, да? В медицинском, да? Они учатся здесь. Но они волонтеры. Молодые. А кому вы помогаете, волонтеры? Центру помогаем. А, этому центру, да? А если так кто-то будет идти, ему плохо тоже будете, да? Вы врачом будете? Будущий, да. Кем? Детским? А? Акушер-гинеколог. Вот, акушер-гинеколог, девочки, Калуга. Молодой. Записывайтесь к нему. Вот так. А вы кем будете красивая? Педиатр? Нет, тоже акушер-гинеколог. О. А что, только один мужчина у вас в группе? Единственный, наверное. А где все остальные? Не, у нас единственный мальчик просто. Он такой прям. Вот так. Подписчики, срочно записывайтесь к нему, девочки. В Калугу приезжайте. Так, девочки, на мой канал подпишитесь в Ютубе все. Ольга Валерьевна, 40-й. Ольга Валерьевна, 40-й регион. Пожалуйста, и на колокольчик нажмите, ладно? Пролайкайте, комменты хорошие. Хорошо. А ты Валерьевна? 40-й регион. Ольга Валерьевна, 40-й регион. В Ютубе подпишитесь. Это медики наши. Этого. Раньше училище было, а теперь колледж. Я не знаю, что они здесь собрались. Что-то будет. Рот из рота, наверное. Рот, дыхание. В колледже они учатся, медики. И волонтеры, оказывается, они. Волонтеры они тоже. Солдат пошел, видите, школьник. Такса, такса. Ой.
Волонтеры наши, что они там будут делать? Дайте посмотрю, что это такое. А как, отдаем каждому по одной и прям каждому вручаем по месту? Это от этого вот. От этого вот находится. Пошли. Давайте встаньте вот так вот вокруг. Девчонки, давайте встанем все вокруг. Поплотнее бочком. Поплотнее, да. Можно, конечно. Это волонтеры, медики с колледжа у нас здесь. Раньше было в Союзе, но медицина. Медицинский. А, вот она еще, вот. Красный крест. Российский красный. Первая помощь. Я смогу помочь. Ой, я попала. Девочки наши. Красотки наши. Они сдавать будете, да? Да. Ага, прохожим, да? А вы кем будете? Я? Педиатр? Домохозяйка. А, я думал, ты в училище вместе с ними учишься. Я учусь, но я не пойду. А, не пойдешь, да? А зачем тогда образование? Чтобы было. Вот так вот. А вы кем будете? Я подумаю еще, чтобы доучиться. Ну ладно. Гляньте, каштаны цветут. Сейчас поближе, около этого. Вот каштаны цветут, уже все отцветают они. Отцветают уже. Ну-ка, пахнут они хоть. Ой, а пахнут, ребят. Я уже снимала Площадь Победы 2 раза или 3. А вон там я работала при Союзе, в юбилейном, в чулочном отделе. Ну, колготки, носки. На кассе сидела я, вот в юбилейной. Вон там, за этим вот. Я уже показывала вам. Сатурн, чистота красоты.
полиция, молиция едет. Вон там, вот за этим вот. В юбилейном. Сейчас не знаю, как он называется. При Союзе был юбилейный. Вот. Вот в этом магазине я работала. Сперва на черемушках на втором этаже платье торговала там, ну, этот женский отдел был. Вот. А потом вот сюда перевели. Вот он, магазин юбилейный. Сейчас не знаю, как называется. Я здесь уже и замуж выходила. Мне подарки дарили. Сейчас. Хотела троллейбуса, что-то нету. Хотела троллейбус еще снять. Вот. Это я уже снимала. Показывала. Туда на Черемушки ехать. А это полностью Площадь Победы. Здесь приходят и свадьбы вот снимаются здесь. Ну, здесь раньше не было такого магазина. Ой, такая жара, ребят. Это духота. Дождик пойдет. Ну, в Калуге местами дождь идет он. Паривка, Париловка. Хотела троллейбус, троллейбуса нету. Конечно, все изменилось здесь. Все изменилось. Чистота, красота. Хотела этого, ехала в троллейбус, его один сняла, а второй, что-то они редко ездят. Хотела снять троллейбус. Фонтан вон, смотрю, на Площадь Победы. Красотища. Это что за дерево-то, я не пойму. Я понял. Короче, Максу забрали, да? Так, мы приехали. Сейчас там она идет. Ой. Это холодильник. Здесь холодно. Здесь собирают цветы. Базы цветов привозят и приезжают за цветами. Это... А где это находится, забыла? Закой? Как называется это? Вот это, база, как называется? Галандус. А это, как это улица? Энергетика. Энергетика.
ну, за Окой, туда, через мост. Все красиво, видите? Вообще бомба. Это за, как вот ехать через мост туда, вот. Ну, холодно, это холодильник здесь. В холодильнике находится. Холодно. Продавщица собирает это. В Глобус приехали пожрать. Все здесь есть. Вот. Это я себе взяла. Так, вот мы в Глобусе были. Это большой у нас. Здесь тоже продают. Ой, я объелась, ребят.